Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Песом стал бы, если бы стримером не был. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29. Не знаю. Еще не смотрел брошюру. А у нас есть шарик. Гранатка. Просто одним спреем навалял пацанам. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Отлично, брат, отлично. Сейчас я возьму коряк, буду раздавать пиздюли. Ты мне дашь семерок? 5 штук. Хорошо. Закидываю подарочек. Ой, как четко. Прямо им в... Гори, гори, моя звезда. Ну что я за... Ой-ой-ой. Опа. Отлично. Я хилюсь. А да, был, был. Здесь где-то. Слева под нами. Хорошо. Прекрасно, отлично. Пустой эмки так зажимать. Ну конечно, брат. Макросы за косарь. У шефа. Вот кемпи купил. Легальный макрос. Опачки! Вот так вот с пустой эмки надо зажимать. Не, не вот так. А вот так вот. Просто раскидываю. 10 киллов за 2 минутки. Оп-оп, и готово.
Такие люди, братушонок, в который раз. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Слышал. А я бросил. Не спеши, не спеши. Хорошо. Что-то услышал на S. В главном здании, что ли? Здесь есть, да, справа. Да, готов? Нет. Дробик у него. Я даже не хочу читать твой ник вслух. Ой-ой-ой, что это такое красивое он нам принес? Шарик есть. Отлично, у нас еще ракета есть, но ее уже вызвали, оказывается. Вон там в домиках на 125, пойдем разберемся с ними. У нас же ракета. Подставьте топ. Хорошо. Давай второго дождемся. Не выйдет же никогда в жизни. Ой-ой-ой. Эй, блядь, инфу не давай нахуй, малой. Там картинки висят, я не разглядел у него, где башка, где не башка. Ты зачем даешь инфу? Ты зачем инфу даешь? А, малой. Хочешь, чтобы мы тебя на шашлык пожарили? Вот тут в машине будешь сидеть. Заходим в домик, в домик, в домик, в домик. Спасибо за бетер, ребята. Пожалуйста.
Посидим, подождем. Опа, труп на 115. Рядом блэкост. Роза работает. Ну, Нурик, рассказывай, как дела, как жизнь, как дома дела, как работа вообще? Че почем? Да, все нещекратно. Живем, как всегда. Завтра что, с утра как работаешь обычно. Или что, или с обеда? Или вообще не работаешь? Завтра, с утречка, да? Я тоже с утречка, завтра увидимся с тобой. Попьем кофе, покурим сигареточки. Пообщаемся. Обсудим, да? Обсудим эту катку, как сидели в беттере. Вот и вся катка. Отдохнули. Подождали, бровчик называется. Зато весело. Ставим лайки, подписываемся на канал. Это было красиво.